Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим заднюю камеру на iPhone 6s. Приступим. Для начала необходимо открутить два нижних винтика. Откручиваем. Теперь необходимо отщелкнуть дисплейный модуль от корпуса. Это можно сделать металлической лопаткой. Отщелкнули. Теперь необходимо отсоединить металлическую пластину. Она прикручена на четырех винтиках. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Теперь необходимо снять металлическую пластину. Сняли, отщелкнуть шлейфа. Первый, второй, третий. Отщелкнули. Теперь открутим несколько винтиков. Открутили. Снимаем металлическую пластину и отщелкиваем камеру. Отщелкнули. И вынимаем ее. Вынули. Берем новую камеру. И устанавливаем ее. Подсоединяем к плате. Устанавливаем металлическую пластину. И прикручиваем ее на два винтика. Первый. И второй. Теперь необходимо подсоединить дисплейный модуль к плате. Подсоединяем шлейфа. Подсоединили. Устанавливаем металлическую пластину. Прикручиваем ее на 4 винтика. Первый. Второй. Третий. И четвертый. Защелкиваем дисплейный модуль. И прикручиваем два нижних винтика. И все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт. Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.